Всем привет! Совсем скоро, а именно через 4 дня, я поеду на море. И я только сейчас начинаю собирать свои вещи. Сегодня вместе с вами я хочу собрать косметичку на море. Специально для таких поездок я купила себе дорожную косметичку. Мне безумно нравится ее принт. Она летняя, яркая, с лимонами. Тут даже написано «Travel». На самом деле она должна быть компактной и довольно вместительной. Это мы и проверим. Давайте ее откроем. У нее есть два отдела. Это первый и второй. Также имеются карманы здесь и здесь. Итак, давайте я вам покажу, что я хочу взять на море из декоративной и уходовой косметики. Давайте начнем с уходовой. Я возьму гель для умывания, лосьон для лица. Я только сейчас поняла, что мне еще нужна мицеллярка. А вот и она, скорее всего, я ее положу в чемодан, потому что такая огромная бутылка точно никуда не влезет, кроме чемодана. Ну или же ее можно перелить в какую-нибудь бутылочку поменьше. Также туда положу крем для лица, но еще это будет основа под макияж. Также положу ватные диски и ватные палочки. Положу шампунь и кондиционер для волос. Я его перелила в отдельную бутылочку. Этого мне точно хватит. Ну конечно же, еще нужен SPF. А еще я возьму масочки. Маска-пленка. И две тканевые с кокосом и алоэ. Чуть не забыла про маску для губ. Вроде бы это все, теперь перейдем к декоративной косметике. Я собрала вот такую маленькую косметичку, которую положу в большую косметичку, дорожную. Сейчас вам покажу, что я туда положила. Фиксатор для бровей, два бальзама для губ, первый от La Fize, второй Divage. Тинт для губ, еще тинт, проявляющая помада, блеск для губ, новая тушь от Кабарет. Я ее недавно купила, она безумно классная, я обязательно возьму на море. И последнее, что тут лежит, это очень много кисточек. Некоторые есть даже двухсторонние. Всего 7 кисточек. Это еще не все. Еще из декоративной косметики я взяла новый спонж, хайлайтер, консилер. Также я возьму с собой новую палетку теней, я еще ни разу не пользовалась. В принципе, я показала все то, с чем я поеду на море. Теперь давайте это все положим в косметичку. Заодно проверим ее на вместительность. Ну и как-то так я упаковала свою косметику. На мое удивление, косметичка реально вместительная. Согласитесь, в нее поместилось достаточно много вещей. Я довольна. Ну а на этом мое видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!